Привет, я Влад Широк. Сегодня первый день карантина для салонов, и я, собственно, закончил рабочий день. И вот у меня неделя, получается, до 5-го, как сказали, до 5-го я сижу дома и не ухожу. 21 век, это проблема 21 века, коронавирус. Закупился. Пришлось закупиться в магазине, представляете, макаронами, какими-то пряниками. Мясо немножко купил. Не знаю, должно хватить. А там по ситуации, как они будут ужесточать, или что будет, собственно, происходить. Вот такой вот, собственно, карантин. Единственная проблема, что люди будут больше как бы страдать от голода и от тупо, что ну, негде работать, незачем платить за квартиру, чем, скорее всего, от вируса. Ну, как всегда, собственно, и происходит. Очень сильно задумался над тем, как я вложил в акцию, в одну, в Чизапик. Если бы я не вкладывал, я мог там ну, 2 года жить и, в принципе, не париться о каких-то там тратах и прочем. То есть на жизнь хватит. То есть техника есть, на жизнь хватит. Можно также снимать, там как-то двигаться, жить скромно, но жить, то есть как существовать, в принципе. Но данного не происходит, потому что данного нельзя замутить, потому что... Но я совершил ошибку, и приходится как-то думать... Что делать и как в дальнейшем после этого всего, надеюсь, все закончится, как такую ошибку не совершать. Естественно, если торговать на фондовом рынке, то нужно торговать. Он, кстати, сейчас закрыт, вы не поверите. Он закрыт и закрыт на неделю тоже, как говорят. Нужно, получается, торговать не одной акцией, а сразу несколькими, потому что так можно обезопасить себя от краха, пока компания, в которую я вложил деньги, она банкротствует, и не факт, что она вытащит данный вирус, вот этот кризис, жестокий кризис, который, собственно, происходит по всему миру. Не факт, что это все выдержит. Сегодня я вывел, продал... у меня были деньги на брокерском счете, там 1000 рублей, 1800. Я вывел, мне там взяли комиссию 20 рублей. Ну, собственно, будем держаться. Всем успехов, пока это день первый. Удачи, крепчайте.